Уральск посетили председатель Комитета рыбного хозяйства республики и руководитель управления рыбной инспекции города Атырау. В целях приезда – проведение рыбоохранной акции. В ходе рабочего визита гости города посетили аграрно-технический университет имени Джангирхана. Именно там уже несколько лет занимаются разведением рыбы осетровых пород. До этого, если такого внимания, может быть, сильно не уделялось, то с этого года уже начали уделять большое сильное влияние, потому что уже наступило время, когда надо пропустить рыбу на нерест. Вот. И помимо этого было посещено университет имени Джангирхана, где у нас есть на учебной базе разводят сейчас осетровое хозяйство, как вы сами видели. Вот. И вообще в плане таком, что дальше уже они будут выпускать молодь осетра здесь, в среднем течении, возле, в районе города Уральска. То есть, если там у нас есть два осетровых завода в Атырау, то вот, на основе, на базе Джангирхана будут проводиться вот эти мероприятия.